ребят, отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Начинает матч в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Смотрим в состав приоритет. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Йосип Иличич. Дуван Сапат. Иличич. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Амрабат. Франк Рибери. Теперь соперник с мячом будет. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Идут они в атаку. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Начинает матч в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Смотрим в состав приоритет. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Йосип Иличич. Дуван Сапат. Иличич. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Амрабат. Франк Рибери. Теперь соперник с мячом будет. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Идут они в атаку. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Сапат. Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Начинает матч в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Смотрим в состав приоритет. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Йосип Иличич. Дуван Сапат. Иличич. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Амрабат. Франк Рибери.
Теперь соперник с мячом будет.